Здравствуйте, и сегодня я буду, как сказать, смотреть видео моих подписчиков, которые мне писали, ну, и пишут сейчас. И, конечно же, посмотрю Дианочку готовую и передаю тебе привет и Дианочке Космос. Так, сейчас пойдемте первого моего подписчика, ну, это не самый первый, но, блин, что у меня с камерой? Вот, смотрите, это Аистов, как его читать, извини, если я неправильно почитала. Обязательно посмотри это видео. А если ты хочешь тоже попасть в мой видос, или просто, чтобы я посмотрела твои видео, то тогда подписывайся на мой канал. Блин, я не могу камеру поставить, что это такое? Ладно, пускай она так стоит. Ну, его последнее видео, это было «Нажмите все на колокольчик под видео». Так-так, опять бардак устроила, а? Что за кошка ненормальная? Слышь, извини то, что, ну, типа, неправильно говорю, зачем ты мучаешь кошку? Ну, я не говорю то, что ты мучаешь, но... Реально, ну как-то не очень. Ну а так все нормально, класс, видео, монтаж есть, все нормально. Хватит переворачиваться уже. Гуся! Он ее что, ударил? Полотенце? Так, давайте дальше смотреть. Так, Айгуся куда-то пропала. Айгуся нет! Вот зараза, вот ёбаный. Ребята, извините, что я без паузы, просто реально хочется это сказать. Эта кошка была отомстила за то, что он её тоже бросил. Просто ржать, ржать. Желаю тебе успеха, но... Я не буду все твое видео смотреть. Извини, конечно, но я потом досмотрю. Следующий канал, это у нас Дианочка готова, я никогда не смотрела. Но я заглянула на ее канал, но не смотрела. Но Дианочка готова. А, вот мое, кстати, тут. Что-то с моей камерой. Тут передаю приветы. И тут идет... А, вот. Еще и ответ показала. Вот. Она все удалила. Зачем? Я же могла... Ладно. Передам-ка я привет Дианочке. Дианочке Космос. Посмотрю ее видео. Так. Тут очень много Диан Космос. Ну ладно. Тогда последний канал. Я загляну сейчас на канал. Блин, я уже забыла, как на канал. Так. Пускай... Там... В смысле? Мое утро НС 2000? Ты еще уже охренел? Ой, извините за выражение. Так. В смысле, моего что, канала теперь не существует, да? Вот. Вот мое видео, я его нашла. Вот. Вот это вот. Девочка мне писала. Дианочка Космос, так. Ладно.
канал сначала, давайте на ее канал. У нее 41 подписчик уже. Поздравляю тебя, конечно. Давайте ее последнее видео посмотрим. Чехол такой. А да, опять чехол. Правда, я не снимала на него обзор тогда. Ну, такой с кошечкой пришел. Сейчас я его буду открывать. Все. Очень интересно, но у меня очень много видео надо просмотреть еще. Ну да, поздравляю тебя, что у тебя 41 подписчик. Так, теперь Дианочка Космос. О, боже мой. Почему она мало снимает? Ну ладно, давайте. Всем привет, ребята. Сегодня я решила поиграть в Аватариус. Сейчас вам покажу своего персонажа. Вот так вот выглядит мой персонаж. Его зовут Печенька. 15 уровень. По 3000 комфорта и имиджа. И 31 опыт. У меня нету... Ой. Дианочка Космос, о господи, Дианочка Космос, да? Я посмотрю твои видео чуть позже, просто видео очень сильно затянется, и я, наверное, не смогу его выложить, поэтому я потом смотрю твое видео обязательно и поставлю лайкос. Я уже подписалась на ее канал, подпишитесь и вы. Ну, на этом было все, всем пока, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Там внизу есть красная кнопочка подписаться. А также не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Всем пока!